Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Его вертолет потерпел крушение в воскресенье в горной местности в провинции Восточный Азербайджан. Светского главу государства сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр иностранных дел Ирана. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси принимал участие в открытии плотины на пограничной реке Аракс. В поисках участвовали специалисты соседних стран, в том числе Турции, которая предоставила несколько беспилотников. Евросоюз активировал поисковый режим своей спутниковой системы «Коперник». Операция длилась более 10 часов, обломки обнаружили ближе к утру. Спасатели сообщили, что машина полностью сгорела, выживших не осталось. На борту находились по меньшей мере 8 человек. Государственные СМИ Ирана ранее избегали слова «катастрофа», сообщая, что вертолет президента совершил жесткую посадку. О причинах трагедии официально пока не сообщается. По данным СМИ, вертолет мог врезаться в горную вершину в условиях густого тумана. Ибрагим Раиси было 63 года. Пост президента Ирана, светского главы Исламской республики, он занимал с августа 2021 года.